Как мы уже сообщали сегодня, причина понижения давления в системе холодного водоснабжения в правобережье – начало ледостава в акватории Волги. Такого не было последние 30 лет. Скопление водяной шуги и донного льда в Волге специалисты связывают с началом ледостава. Он и препятствует обычному водозабору. На данный момент подача воды в правобережье восстановлена, а головки приемников полностью очищены от льда. Для устранения проблемы были задействованы 15 водолазов. Сейчас подача воды составляет 6700 кубометров в час, что является штатным режимом. Помимо того, заполняются резервные емкости. По словам исполняющего обязанности министра промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, это займет около 5 часов. К 6 часам утра холодное водоснабжение будет полностью восстановлено во всем правобережье. Решение восстановления горячего водоснабжения будет принято на штабе КЧС в 7:30 утра. Для того, чтобы ситуация не повторилась, на месте водозабора не менее суток будут дежурить 2 катера, разгоняя винтами места скопления шуги и для предотвращения повторного замерзания головок.